злоупотребил служебными полномочиями. В Дагестане будут судить бывшего заместителя руководителя территориального управления агентства по управлению госимуществом. Об этом сообщила республиканская прокуратура. По версии следствия, в 2014 и 2016 годах обвиняемый обеспечил доверенным лицам победу в конкурсах на право заключить договоры аренды земельных участков на побережье Каспийского моря, которые находятся в федеральной собственности. Он скрыл информацию о проведении конкурса. Обвиняемые подозревается и в ряде коррупционных преступлениях. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Дагестан. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и посредничестве во взяточничестве. В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого и членов его семьи наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.